Чувашии многодетные семьи с низкими доходами получат по 5000 рублей на каждого ребенка для подготовки к школе. Указ о дополнительной поддержке подписал в Рио главы Чувашии. Единовременная выплата положена родителям, усыновителям, опекунам или попечителям трех и более детей. Кроме того, средства полагаются, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения. По данным Минтруда и соцзащиты в Чувашии, по 5000 могут получить более 25 000 детей. На выплаты для подготовки их к школе республика выделит почти 130 миллионов рублей.